Всем привет! Вы в гостях у счастливой хозяйки. Сегодня у нас с вами кулинарно-хозяйственное видео. Будем готовить и убираться. И сегодня для нашей семьи я решила приготовить рис с овощами и потушить мясо. Мясо мы будем готовить в мультиварке, и у нас сегодня индейка. Я ее мелко порезала и отделила от жил. Еще нам понадобится томатная паста, какая-нибудь приправа, у меня это смесь 4 перцев и соль. Ну а для приготовления риса нам нужен, собственно, рис, у меня это обычный длиннозерный, и какие-нибудь овощи. Я взяла мексиканскую смесь замороженную, но вы можете взять любые овощи, какие есть у вас в холодильнике. В рис я еще хочу добавить куркуму. И облачаемся в фартук, это новогодний подарок для меня от Светы Бесяриной. Спасибо большое, я с ним не расстаюсь. Достаем мы мою любимую мультиварочку. Оп, включаем. Наливаем на дно немного масла, выбираем режим тушения, и здесь у нас час, я ставлю чуть побольше, вот, например, 1,5 часа. Нажимаем старт, масло начинает подогреваться, и в этот момент мы уже можем высыпать мясо. И мясо уже начинает готовиться, и добавляем сюда 1-2 ложки томатной пасты. Я люблю очень томатную пасту, поэтому я добавляю 2 ложки. Не забываем, конечно, посолить. И добавляем перец. Теперь нам осталось только перемешать и закрыть крышку. И переходим к рису. Я промыла его, залила водой и ставлю на плиту. Не забываем посолить. Я тут немного подпалила полотенце. Как только у нас рис закипел, мы убавляем газ, накрываем крышечкой и ждем, пока он приготовится. А теперь переходим к овощам. Нам нужна капелька масла и овощи. Снова все солим. Добавляем какую-нибудь приправку. Я люблю вот такую южную. Мы ее покупали на рынке в Анапе. Слегка. И так как нам с вами нужно овощи не совсем зажарить, а слегка потушить, мы накрываем все это крышечкой. Для красивого цвета в рис добавляем немного куркумы. Рис должен покипеть на медленном огне минуточек 10, и после этого мы его выключаем до того, как он приготовился, и накрываем сверху какой-нибудь тканью, чтобы там все напиталось, напарилось, и чтобы он дошел уже без огня. И уже готовый рис мы добавляем к мексиканской смеси и перемешиваем. И давайте посмотрим на наше мясо. О, да, уже все готово. Предлагаю немного перекусить, а потом уже будем убираться. Давайте есть. Ну что, убираемся.
Остатки риса и мяса я пересыплю вот в эти контейнеры и уберу в холодильник. Все остальное нам с вами нужно будет помыть. Это посуда, поверхности, плиту обязательно, раковину, убрать со стола. И в качестве бонуса, я думаю, что мы с вами еще помоем пол. Для начала предлагаю убрать все с поверхности, все ненужное. И мыть поверхности мы будем вот таким универсальным чистящим спреем Labrebert. Короче, у нас в линии продается. А для плиты будем использовать Frosch. Это у нас, кстати, такой типа чистящего молочка что-то.
На этом на сегодня все. Мы с вами приготовили обед, навели чистоту. Если вам понравился этот ролик, то обязательно ставьте лайк, чтобы мы знали, что они вам нравятся, и таких роликов нужно делать больше. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, что у меня есть канал влогов. Ссылку оставлю вот здесь. Всем пока!